Всем привет! Вы на канале Вяжем дома, и в этом видео я хочу показать вам, как связать вот такой вот рельефный, очень-очень простой узор спицами. Этот узор идеально подойдет для вязания свитера, джемпера. Вот так вот выглядит его лицевая сторонка, и ничем не хуже изнаночная сторона. Изнаночная сторона такая рельефная, как узелочки получилось. Раппорт узора составляет всего 2 петельки в ширину и 2 ряда в высоту. Для вязания такого узора нам нужно набрать количество петель кратное 2, плюс 1 петелька для симметрии, плюс 2 кромочные петли. В общем, нам нужно набрать нечетное количество петель. Вот здесь я набрала 13 петелек. Итак, давайте покажу, как вязать первый ряд. Первый ряд узора вяжется следующим образом. Кромочную петельку снимаем, и раппорт узора 1 лицевая, 1 изнаночная. Вот это вот раппорт узора. Повторим. 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. Все, раппорт закончили. Осталось 2 петельки. В конце провязываем только 1 лицевую. Это для симметрии начиналось лицевой и заканчивалось лицевой. И кромочная петля изнаночной. Все, первый ряд связали. Переворачиваем вязание. И вяжем второй ряд узора. Кромочную петельку мы снимаем. И все петельки мы вяжем просто лицевыми. Вяжем так до конца ряда. Последнюю кромочную петельку мы провяжем изнаночной петлей. Все. На этом весь узор закончился. Вот так вот он у нас получается. Дальше мы опять вяжем. Начиная с первого ряда. Кромочную снимаем. То есть 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. Вяжем до конца ряда. В конце провязываем 1 петельку лицевую и кромочная петля. Переворачиваем вязание. Второй ряд мы вяжем полностью лицевыми петельками. Последнюю кромочную петельку мы провяжем изнаночной петлей. Все, я вам показала 2 раппорта. Вот так вот у нас получается. Далее вязать на необходимую высоту вам изделия, повторяя первый и второй ряд. Надеюсь, видео вам понравилось. Узорчик действительно он такой достоин вашего внимания. Где-то можно заменить им просто лицевую гладь. Вроде не лицевая гладь, что-то поинтереснее. А вяжется точно так же просто. Все, всем пока, до новых встреч. Не забывайте подписываться на канал, кто еще не подписан, чтобы не пропускать дальнейшие мои видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!